Я доехал до Корона на мопеде. Это первый раз, когда я на мопед сел, вообще в шоке. Чуть не навернулся, растоплен. Вот Корон пляж. Два мопедиста. Наша хондочка. Что за велосипедист? Это вообще-то... Мопедиста, говорю. Это мопед. Мопед. Мы, короче, Саша не захотела ездить. Она... Я сегодня прокатил сзади на багажнике. Вот. И она сказала, что это, короче, не ее. А Богдан тащится, да, Богдан? Вот. И мы, короче, сейчас по острову гоняем, как бешеные. Такая красота здесь. Я уже профессионал, я уже третий раз на мопеде сижу сегодня. Нашли место под дом. Будем строить здесь дом сейчас. Вот таким видом шикарно. Мы с Богданом ездили по окраинам Пхукета на мопеде и набрели на плантацию латекса. Вот так латекс добывают, сейчас покажу. Так, вот деревья латексные, вот привязывают такую хрень внизу, делают надрез и собирают латекс. А еще мы чуть не заехали на военную базу, увидели шар в горах, подумали, что это, короче, обсерватория, думали, то поехали, потом смотрю, там Air Force написано. Ох, Пхукет. Короче, мы где-то в трущобах. Мы с Богданом нашли заброшенный пляж. Ой, вернее, как заброшенный, засекреченный. Сюда ездят по горной дороге только мопедисты. Вот, и мы сейчас спускаемся по такой тропе. Сейчас посмотрим, может быть, там красиво, там вообще должно быть очень красиво. Я пью кока-колу. Перед тем, как идти, предлагают попить кока-колу или воду, или кокос, чтобы не было слишком жажды. Ну-ка. Такая дорожка. Настоящие джунгли. Здесь могут водиться змеи. Да. А мы на этом месте. Значит, мы популярные. Круто. Одно напрягает, что столько подниматься надо сейчас будет. И во-вторых, у нас трусы вместо палок. Да. Я купил себе селфи-палку. И мы такие идем с Сашей гулять, делать массаж.
селфи-палку. Селфи-палка. Которую до этого сломал? Нет, это с кнопочкой, смотри, нажимаю кнопочку, она включается. Нажимаю, включается. Это, короче, наша квартира, друзья. Да, я уже снимаю. Это наша такая комната первая. Здесь, значит, вот Богдан живет. Тут его туалет, ванная, бутылки разбивает. Разбери эту бутылку сюда, вонючую бутылку. Вот тут, короче, вторая комната такая. Здесь живем мы. Вот такая комнатка. Вот. И отсюда мы плавно перемещаемся в туалет. И выходим, короче. Все, пошли, Саш. Мы идем Саше делать массаж. Богдана оставляем. Богдан, если придут соседи, орать будут на тебя. Кричи, I don't understand you. I call police. I call police и goodbye. Мы идем по коридору. Мы выходим на балкончик. Мы живем на 4-м этаже. Вот. Басик у нас тут внизу маленький. А у соседей уже большой басик. Это другой кондоминиум. А у нас маленький. Саша! Это Саша. Я решил снимать селфи, как я иду, короче, делать массаж. Там моя жена плетется сзади где-то. Ее кашу мало ела. Я вот быстро иду, как ниндзя. Тут кушаем. Один раз траванулся здесь кальмарами. Мне понравилось. Мы здесь ездим на море. В ту сторону мы едем на пляж Корон Бич. А в ту сторону мы едем на пляж Патонг Бич. Такие вот у нас тут дела важные. Жена моя. Приехали сюда вместе. Скажешь, у нас есть? У нас есть сын. Ему 8 лет. Для тех, кто только подключился к нам по Bluetooth. Тут, короче, есть недалеко еще русское кафе. Вот здесь через дорогу. Я там один раз поел борщ. А, не, вру, я борщ не ел, Саша борщ ел. А я ел том-ям, которого у меня этот, слабительный такой какой-то. Которого мне стало плохо. Здесь вообще очень часто становится плохо в Таиланде. Таксисты здесь обнаглевшие. Ходишь к таксисту, говоришь, Бангла-Роуд. Не, не поеду. Рому, Бангла-Роуд. Нет, не поеду. Я говорю, что вы тут вообще стоите тогда? И еще спрашивают, куда ехать. Как будто здесь можно куда-то ехать, кроме центра, с нашей стороны. И не он, вон дальше. Дальше он. Я буду делать тайский массаж, а Саша будет делать маникюр и педикюр. Для тех, кому интересно это. Кому не интересно, нечего было смотреть канал мой. Ладно, короче, друзья, мы пришли. Сейчас будем стрить на мясо, на кровищу. Нам VIP-места дали.
Нет, мой победил почти. Ваня тоже истекает. Саша в шоке сидит. Я победил. Саша болеет за дружбу. Я победил. Она надеется, что они вдруг подружатся в конце. Остров Баунти. Так что туда? Может туда, Саш? А там тенечек есть. Что он сказал? Что нам нужно собраться всем вместе? Полтора часа засесть. А, нам не надо собираться? Нет, нам не надо собираться. Сашка, тебя зовут, чай, кофе. Какая водичка. Водичка лазурная просто. Офигенно красиво здесь, друзья. Друзья, офигенно красиво. О, шезлонги. Давай, а сколько шезлонг стоит? Давай спросим. Давай спросим, сколько шезлонг стоит. $150. Мама где? Бежала? Как тебе острова, Саша, расскажи. Офигенно, офигенно. А я расстроился. Круто. Просто люди... Я расстроился, что нас на тот остров, ради которого я взял экскурсию, не отвезли. Сказали, типа, это заповедник, там, типа, снимали пляж. Вот. И в этом году его сделали заповедным, потому что туда миллионы туристов ездили, засрали пляж, короче, по полной. А сейчас начали возвращаться даже акулы местные, начали плавать там. И, короче, мы еще и катера видели, там плавали. Для них закон не писан. А для нас, лохов, вписан. Че ты, Саша? Ну, мы же еще поедем на этот, как Куда? Он там, Джеймс Бонд остров, он тоже офигенный. Ну, не знаю, там он 3000 стоит, по-моему. Нафиг он нужен. Почему? А может, и нужен. Нужен, нужен. Пойдем обязательно. Еще хочу на квадроциклах покататься. Лучше покатайся на гидроцикле. На гидроцикле офигенно. Полчаса мы с Богданом взяли, 3000 рублей стоит. Полчаса мы реально запарились. Мы, блин, весь этот залив, в котором плавали, изъездили. Вокруг катера плавали, вокруг, вернее, этого круизного лайнера.
Я не хочу. Короче, устали даже плавать. С криками отца Санько. Ладно, повеселили вас и хватит. Сейчас у нас заканчивается время, через 5 минут. И мы едем на Пхукет, оттуда едем на отель. Ну, может, собираться надо. Куда собираться? Что он собираться? В шортах все время ездим.